Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И в сегодняшнем разборе мы с вами будем продолжать изучать творчество Грин Апельсин, потому что предыдущий разбор на ее песню «Труп невесты» вам очень сильно зашел. Я почитала ваши все комментарии и поняла, что можно разобрать еще одну песню, например, «Северный ветер». Аккомпанементы и аккорды у нас с вами будут оригинальны, то есть полнейшей quality. Поэтому сейчас садись поудобней, бери укулельку в руки и погнали учиться. И вот так вот она у тебя будет выглядеть. Ты говоришь, что в моих венах течет северный ветер. Пусть я младший тебе по плечо, я твой на свете самый страшный губитель шторм. На всей планете не найдешь ты утешенья в другом. Разбор на укулеле. И для начала давайте разберем аккорды. Тут они супер простые, играют все от начала до конца в одном и том же порядке. Первый аккорд — аккорд АМ. Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Далее к этой конструкции добавляем вторую струну на первом ладу. Третий аккорд — аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. И заключительный аккорд — аккорд G. Зажимаем с вами первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. У-ля-ля! Вот и все аккорды. Давайте еще раз. А, М, Фа, С и G. Друзья, у меня для вас радостная новость, кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку. Хотя это не просто укулеле, это акулеле. Потому что тут типа акулка. Oh, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Разбор на укулеле. Теперь разберем с вами правую руку, тут уже все намного интереснее. Если вы смотрели предыдущий разбор на «Труп невесты», мы там играли с вами такую штуку, как щипок. Что-то мы тут щипали. И в этой же песне она также продолжает делать щипкообразный аккомпанемент. А, во-первых, что такое щипок? Это мы когда берем определенные какие-то струны, которые написаны в скобочках, и играем их одновременно. То есть в нашем случае у нас будет играться одновременно третья, вторая и первая струна. Соответственно, вот памс. Тут нам нужно будет играть некий рисунок под некий счет. Сначала мы с вами играем отдельно четвертую струну большим пальчиком. На раз. Далее на и у нас звучит вот этот щипочек. Дальше на два мы молчим, ничего не играем. И на вторую и опять играем щипок. То есть получается следующее. Раз и два и. Еще раз. Раз и два и. В шансонной музыке бы сказали, что это какой-нибудь умца-ца. Но все равно отдельно порепетируйте, посмотрите, чтобы на вашу двоечку ничего не звучало. Но для кого это супер будет сложно, вы можете на два играть опять четвертую струну. Типа будет раз и два и. Вы смотрите по своим возможностям и как вы можете это сыграть. Но мы с вами будем играть раз и два и. Это у нас с вами играется один раз на один аккорд, и по большей части вся эта песня состоит на щипке, то есть у нас только будет один момент с боем, остальное все играется щипком. Теперь разберем вступление. Вступление у нас с вами играются эти аккорды, и смотрите, вот когда я буду играть эту первую связку, на G я тоже делаю щипок, а вот за вторым разом я буду там делать просто удар. Да, вы можете так сделать, можете просто щипнуть все вместе, кому как удобно. То есть некое вступление, что мы сейчас будем петь. Теперь погнали смотреть первый куплет. В принципе, тут ничего сложного нет. Где я подписала удар вниз, соответственно, мы сделаем просто удар вниз на один аккорд, это в конце на слово нож. Но мы начинаем с вами петь немножечко раньше, чем играем. То есть ты говоришь. То есть на иш мы начинаем только петь и играться вместе. Все. Это его просто отдельно пели. Теперь касаемо тональности и как будет это звучать низко или высоко. По оригиналу вы можете поставить на укулельке каподастер на первый или второй лад. Я этого делать не буду, потому что мне комфортнее петь в этой тональности. И по факту это не так сильно играет роль. Поэтому вы можете играть тоже без каподастера, пожалуйста. Начинаем петь слово на иш. Ты говоришь, что в моих венах течет северный ветер. Пусть я младший тебе по плечо. Я твой на свете самый страшный губительный шторм. На всей планете не найдешь ты утешенья в другом. Любовь не сказка многочисленных книг,
она опасная, согласна с тобой вместе в тупик. Вместе на рабство, коль напрасна моя жертва, так что ж, закон негласный разрешает тебе взять в руки нож. Иногда у меня звучал такой интересный звук. Это потому, что я играю на грифе. Если вы играете щипок здесь, то есть вы щипнули, поставили руку обратно, такого звука нет дополнительного. Если вы играете где-то на грифе здесь, вот, то есть дополнительный здесь удар, прикольно тоже звучит. Собственно, это первый куплет, видите, ничего сложного нет. Припев тоже так же играть, то есть... Так рви, рви, сердце не жалей, руби, пусть рекой прольется хана ей. Люби, так рви, рви, только дай коснуться губи. Без сомнений, слова свои чувства отзови. Немножко в ритм не попало слов, ну ладно, дальше. Отзови, коль не любишь, отзови, ля-ля-ля. Идет проигрыш. Дальше, если смотреть второй куплет, то же самое. Ты беззаботна, ребенка рука, а я крапива, и пусть льется слез невинных река. Зато красиво багровеют поцелуем следы, под плач мотивы распускаются ожога следы. И дальше пойдет у нас с вами припев уже с боем. Какой бой-то будем тут играть? В оригинале она берет какую-то вариацию восьмерочки. Давайте я вам покажу просто обычную восьмерку. Кто умеет ее играть, играйте. Только единственное, там нужно будет брать на два аккорда ее делить. Сейчас объясню поподробнее. Смотрите, сама восьмерка звучит так. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. То есть это сама по себе восьмерочка. Если вы захотите взять и как-то поковыряться в ней, вам нужно будет ее делить на два аккорда. На первый аккорд вы играете вниз, вниз. На следующий аккорд доигрываете вверх, вверх, вниз, вниз, вниз. Давайте покажу, то есть на М. Такой вариант. Дальше можно взять по классике пятерочку. Пятерка звучит так: вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Обратите внимание, как я первый удар выделяю, и он звучит как бы отдельно от остальных. Этот бой мы с вами играем один раз на один аккорд. И звучать это будет так. Сердце не жалей, руби. Кому нравится этот бой пятерку, но охота что-то поинтереснее с ним сделать, можно сыграть вариацию пятерки. По факту структура одна и та же, но вот этот второй удар, который мы раньше делали вниз, мы сыграем его наверх. И получается так: вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. То есть вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. А также играется один раз на один аккорд, звучит следующим образом. Так, рыбни, чувство, та-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 
пауза. Ну что ж, давайте теперь попробуем собрать полностью припев одним из этих боев, которые вы выбрали. Так рви, сердце не жалей, руби, пусть рекой прольется хана ей. Люби, так рви, рви, только дай коснуться губ, и без сомнения слова свои чувства отзови, отзови. Разбор на укулеле. Ну а дальше у нас с вами остается третий куплет с припевом, который также будем играть вновь щипком. Но ты маль, но ты маль, но ты маль, но ты маль, но ты мальчишка совершенно другой, и рвать не станешь своей нежной покрасневшей рукой. В объятиях манишь, я растаю и губки сожму. Не завяну, я дам любовь тебе одному.
так рви, рви, сердце не жалей, руби, пусть рекой прольется хан моей. Люби, так рви, рви, только ты коснуться губ, без сомнения, слова свои, чувства отзови, отзови, он не любишь, отзови. Отзови, коль не любишь, отзови. Дарья спела мимо нот, ну и простительно. Как вы заметили, в конце припева она повторяет два раза. Вот это «Коль не любишь, отзови, отзови, отзови». Вы можете тут уже закончить как бы песню там «Отзови». Там-там. Или же вы можете сыграть опять этот проигрыш, опять щипком, вот эту связку аккордов, и только в конце остановиться. Как бы сыграть удар вниз, и все, красота. И на этом песню закончить. То есть смотрите, как вам удобнее, чтобы был завершенный вариант. Давай сейчас соберем от начала до конца. Говорит, что в моих венах течет северный ветер, пусть я младший тебе по плечо. Я твой на свете самый страшный губительный шторм. На всей планете не найдешь ты утешенья в другом. Любовь не сказка многочисленных книг, она опасна, я согласна с тобой вместе в тупик. Вместе на рабство, коль напрасна моя жертва, так что ж, закон негласный разрешает тебе взять в руки нож. Так рви, рви, сердце не жалей, руби, пусть рекой прольется хан моей. Люби, так рви, рви, только дай коснуться губ, без сомнения слова и чувства отзови, отзови, коль не любишь, отзови. Беззаботно ребенка рука, а я крапива, и пусть льется слез невинных река. Зато красиво багровеют поцелуев следы, под плач мотивы распускаются ожогов цветы. Так рви, рви, сердце не жалей, руби, пусть рекой прольется хан твоей. Люби, так рви, коснуться губ, без сомнения слова и чувства. Отзови, отзови, боль не любишь, отзови. Но ты, мальчишка, совершенно другой, и рвать не станешь своей нежной покрасневшей рукой. В объятиях манишь, я растаю и иголки сожму, и не завяну, я дам любовь тебе одному. Так рви, рви, сердце не жалей, руби, пусть рекой прольется гвоздь моей. Люби, так рви, рви, только дай коснуться губ, без сомнения слова свои, чувства отзови, отзови, коль не любишь, отзови. Отзови, коль не любишь, отзови. Спасибо, что вы послушали мои завывания. Во всяком случае, если вам было что-то непонятно, обязательно почекайте по тайм-коду, я все подписала, расписала. Ну или же пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился этот разбор, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Я все это читаю, а потом мы делаем разборчик. Видите, у нас с вами какой тандем. Также напоминаю, что на канале есть целый список различных плейлистов по разным тематикам, по разным жанрам. Заходите учить. Ну а также хочу выразить благодарность всем бустам, которые поддерживают меня сейчас в нелегкое время для блогеров. Взамен они получают раздачный материал, мое почтение и различные штучки-дрючки, которые я нахожу на укулеле и музыкальную тематику. На меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.